Давайте разрежем торт, который я буквально пару часиков назад только собрала. Я думаю, что достаточно ему. Украшать я его не буду. Это тортик к чаю. Сегодня приготовила быстрый рецепт. Я вам напишу в описании, конечно, друзья мои, не волнуйтесь. Я его сотни раз уже готовила. Это самый любимый торт моего мужа и моего сына. Они обожают шоколадный. С прослойкой шоколадного ганаша. Три коржа. Пол порции от той, которая написана будет в рецепте. Вот такой красавец получился. Вот сюда вас поставлю. И сейчас вы сможете посмотреть. Прошло буквально, я говорю, ну 2-3 часа. Ну 2, даже 3 не прошло. 2 часа. Это ацетатная пленка. Я ею пользуюсь. Ее можно купить в кондитерском магазине. Вообще можете и без нее. Не имеет значения, но я пользуюсь. Так, ну что, будем резать. Покажу вам и в разрезе. Я кушать не буду, у меня аллергия сейчас. А вот муж с сыном, ну, сын спит, а муж-то точно будет. Он сказал, что уже разрежем. Видите, как он выглядит сверху. Шоколадный ганаш так он хорошо застывает. Чувствует себя замечательно. Давайте разрежем. Пропитывала я, ой, красота, пропитывала я молоком с какао и с сахаром. Вот такой шоколадный, классный, он всегда очень вкусный, он пропитанный, ну просто супер. Виталь, попробуй, пожалуйста, скажи, получился или нет. И вот разрез. Сейчас, говорит. Видите, он аж мокрый. Но я его пропитала еще, помимо того, что сам шоколадный ганаш не дает ему быть сухим, я его еще и пропитала. Классно, да? Если вам прям хочется быстро торт, буквально там за 3-4 часа, чтобы у вас был на столе вкусный, который точно вам понравится, не пожалеете, приготовьте по этому рецепту, это 100%, никого равнодушным он еще не оставил, особенно этот шоколадный ганаш, поверьте мне на слово. Пропитка, еще раз повторяю, молоко с какао и с сахаром, молоко подогреваете, какао добавляете, сахар, все по вкусу. И вот вам. Вы его можете украсить, вы его можете выровнять, если вы хотите. Я не хочу. Можно сверху ягоды, прям вот в таком виде, сверху ягоды. Или присыпать какао, или шоколад. В общем, все на ваше усмотрение, друзья мои. Готовьте с удовольствием и кушайте с удовольствием. Такой кусочек. Ну что, как он тебе? Как всегда, офигенный. Я же говорю. Он уже готов. Готов? Да. Пропитался. Видите, всего 2 часа в холодильнике, и он готов.